У нас в гостях проректор по проектам Финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Васильевич Кузнецов. Олег Васильевич, здравствуйте. Вы счастливый человек? Я счастливый человек. Я предлагаю просто сейчас, прямо в начале нашей беседы, вернуться вот туда, в те замечательные деньки на берегу Балтийского моря, где начиналось ваше детство, где вы были абсолютно счастливы в самом начале. Ну, я хочу сказать, что вопрос хороший был, и, в принципе, он для меня никогда вопросом не был, потому что я действительно счастливый человек, я это считаю так. У меня, собственно, если вы начали о месте рождения, да, действительно, это была Эстония, это был город Пярну. В те времена это было время Советского Союза, когда этот город достаточно серьезно значил для населения страны, для всех. Это был один из главных городов, где отдыхали все, в том числе и наши известные советские люди. Через какое-то время, поездив, опять же, и по морям, и по океанам всевозможным с родителями, я, естественно, начал уже учиться дальше. И школа моя началась совершенно в другом месте. Это Чукотка, это бухта Провидения, это поселок Урелики. И там начался мой первый класс. Да, поэтому не все написано да, в наших автобиографических официальных источниках, но именно там я пошел в школу, и там началась моя учеба. А много школ поменяли вот за период обучения? Ну, я думаю, что школ поменял, наверное, семь. Я чувствовал себя в новых школах, в новых республиках, в новых областях и районах Советского Союза совершенно неплохо. Почему? Потому что, раз, первое, это было интересно. Второе, я, в принципе, неплохо учился. И третье, как ни странно, в те времена были в национальных республиках и областях были преимущества какие-то даже людям, которые приезжали поучиться какое-то время. Ну, да. И поэтому вот это чувство, оно как раз и побуждало самостоятельности какой-то. Да. Ну вот, Олег Васильевич, первые учителя нашей жизни – это, конечно же, школа. Мне кажется, это действительно первые люди, на которых мы начинаем или хотим быть похожими. У вас были в школе вот такие учителя? У нас были такие учителя в школе. Причем, я думаю, что в каждой школе был всегда такой учитель. И, наверное, это как раз те учителя, которые в дальнейшем определили направление образования и деятельности. Это учитель математики и русского языка. Это те учителя, которые были преданы своему делу. Они были примером для нас всех. Они были в меру требовательны, любили нас. И это было критично для всех. Критично с точки зрения, это были свои люди. Это вот в начальной школе. Далее, конечно, были свои учителя, которые были строже, и сейчас мы, на самом деле, уже сами являясь преподавателями. Конечно, это собирательный образ. То, кем мы сейчас являемся преподавателями и руководителями, это собирательный образ. В дальнейшем была школа, где был абсолютно исключительный педагог по обществоведению, который он давал, он был настолько интересен и настолько в смеси с другими предметами, и там, скажем, и политэкономии даже в школе, и с философией, начальные вот эти вот ростки, которые совершенно повернули мир внутренний. И он стал определяющим в дальнейшем. А если о друзьях говорить, ведь период нашего становления и формирования личности – это семья, воспитание, образование, опять же, и дружеский круг, который, безусловно, на каждого оказал свое время. Как у вас было с друзьями в связи с переездами? Все равно ведь друзья появлялись. Друзья были всегда, без друзей нельзя. Жизнь показывает, что один человек не в состоянии прожить. Он может чего-то достичь, но если нет рядом друзей, на кого ты опираешься, кто может тебя оценить по-дружески, не так, как ты хороший всегда или ты всегда плохой, а именно по-дружески оценить хорошие стороны, стороны, которые требуют доработки какой-то,
которым ты помогаешь в учебе, которые тебе помогают в учебе. То есть без коллектива, без друзей невозможно. Поэтому в течение всей жизни, конечно, были друзья, которые помогали. И я помогал. В этом была суть нашей вот дружбы. Я с удивлением, вот, общаясь с будущими абитуриентами, встретил большое количество людей, которым достаточно сложно определиться с направлением будущей профессии. Как у вас с этим обстояло? Понимали ли сразу, куда двинетесь дальше? И в связи с этим, может быть, совет нашим родителям, которые будут смотреть? Самое главное, конечно, ну вот в моей семье. И вот сейчас, когда я уже родитель, когда мои дети уже вузы закончили, защитили диссертации. Родители, вот у меня, они никогда не давлели над принятием решения. Они давали варианты, ну, как правило, своей жизни. Есть отец, пример того, как он сложил жизнь, как ты живешь, хорошо ли тебе. Это уже пример сам по себе, даже без всяких слов. А есть мать, как она относится к детям, как она ухаживает за ними, кем она является в жизни, что она делает. То есть у меня было вот два направления. Одно – государственная служба направление просматривалось, а другое направление просматривалось – экономика. У меня мама заканчивала экономический институт. То есть у нее было такое экономическое направление и работала в экономике, где бы мы ни жили. В то время, конечно, люди, знающие экономику, они были в большом почете. И выбор был непростой, потому что я вижу двух успешных людей перед собой. И один мне показывает, как было, и начинает расшифровывать ту жизнь, которая может сложиться, как она у него складывалась. Родители должны обязательно по профориентации рассказать, что стоит за его успехом и неуспехом, какие были неудачи, почему. То есть ребенок должен четко понимать, вот это вот от этого. Если есть возможность показать свою работу, сходить на работу, посмотреть рабочий день родителей, это интересно, это как раз тебя побуждает к принятию решения. Ну, в результате, в те времена, это советское время все-таки, я выбрал государственную службу. Какое было время вообще? Вот с точки зрения студента, как вы оценивали происходящее вокруг? Ну, первое и главное. Если учился в школе хорошо, то поступаешь легко. Поступаешь, помогаешь всем поступать разными приемами, скажем так. И это вот как бы была такая уже начало студенческой жизни, которая потом превратилась в приказ, и ты поступил и начинаешь учиться. Самое сложное – первые годы, первые два года. Наверное, первый год совершенно сложный. А если это еще государственная служба впереди, то он, ну, совершенно испытательный год, который тебя испытывает на прочность. Ну, поскольку я занимался спортом во время учебы в школе, легкой атлетикой, бегал много, прыгал, то есть в то время это было интересно. Я был физически подготовлен, а значит, была некая такая моральная подготовка, которая позволяла преодолевать какие-то проблемы. И я хочу сказать, что первый, второй год, он и в вузах сейчас, в любом вузе, они сложные, потому что люди сейчас, для них просто стресс. Это та требовательность, которая на них зачастую обрушивается. Если в школе ее не было, ну, да, а сейчас это редкость, то, конечно, в вузе эта требовательность, особенно у нас в университете, она очень такая серьезная, критичная бывает для них. Поэтому здесь надо выдержать. Просто ты ставишь себе задачи. Вот когда ко мне приходят родители иногда с детьми, я говорю, или без детей, я говорю, вы ребенка приведите, чтобы, во-первых, на него посмотреть, а во-вторых, сказать ему, что его ждет и как надо себя вести в этой ситуации. И надо понимать, что если ты поступил просто для тебя, ты ставь себе задачу внутреннюю. Я учусь. Для тебя это начало жизни твоей. Не для чего-то, не для кого-то, для себя. Поэтому это очень важно. Ну, далее, конечно, вот там третий, четвертый, у кого пятый там год. Все эти годы они начинают уже создавать кругозор у человека по профессии. И я хочу сказать, что я определился, как и что, и куда двигаться, где-то уже предвыпускным курсом. Ну, сейчас надо на третьем определяться, скажем так. Хотя некоторые и раньше, кто-то позже определяется. Но ты на последнем курсе, ты уже четко понимаешь, куда и для чего ты идешь. Вот это вот наша задача. И вуза задача, семьи, которая сопровождает, и у кого она есть всегда рядом.
слава богу, что называется, должны сопровождать вот своими советами, помощью. Я хочу сказать, так как выстраивается учебный процесс в вузах сейчас, он достаточно достойный. Человек может получить и теоретическую подготовку, и практическую. У него несколько практик. Те родители, которые не хотят, чтобы дети чрезмерно там увлекались отдыхом, ну, в части времяпрепровождения во время там первого-второго курса, устраивают их. Я своих детей устраивал какие-то организации, где они проходили стажировку там по две, пару недель вот за свои каникулы. Это позитивно все, это кругозор. Человек с высшим образованием – человек с кругозором. Дальше будет легче. Это надо понимать. Помимо спорта, быть может, кино, театры, что было интересно, а что показывали и как вы вообще относились к тому, что происходило вокруг, в культуре, в искусстве? Я хочу сказать, что, наверное, в советское время нам было проще. Почему? Потому что мы, в принципе, все понимали, в каком обществе мы живем, что мы делаем, что это общество нам дает в части каких-то услуг, которые мы потребляем, как потребители услуг, где мы включаемся и вместе это делаем. Я хочу сказать, что во время учебы, конечно, большая школа была вот и времяпровождение, о котором вы говорите. Конечно, были студенческие сабантуи, а где без них? А в чем тогда суть студенческой жизни, как не проведение вместе и не познание друг друга? Это же братство возникает такое студенческое. Если оно возникает, вот оно счастье-то той жизни, которую ты провел. Затем, конечно, были театры, было все. Вот Москва хороша тем, что здесь все. В то время, конечно, было меньше угроз для молодежи, но и сейчас можно с ними бороться. Просто сил надо побольше. И формы методов, включая родительскую опеку в этом плане. Поэтому я считаю, что у нас очень хорошо прошло студенческое время, и даже не могу сказать, где бы мы чего пожалели. О чем? Ну, говорят, что это лучшие года. Это лучшие, да. Эти года – это лучшие года, действительно. Когда ты еще относительно свободен, когда у тебя впереди какая-то профессия, к которой ты пришел осознанно, когда ты молод, когда вокруг мальчиков девушки, вокруг девушек мальчики, и когда совместное время, когда танцы, когда театры, викторины, Новый год и прочие-прочие вещи, праздники, конечно, это переоценить нельзя, и нельзя недооценивать этих вещей. Без этого это не жизнь студенческая. Поэтому очное обучение, я всегда говорю, если есть возможность на очном учиться, надо идти на очное, потому что все остальные формы, они немножко другие. Ну да, это другой мир. По задумке авторов программы у нас периодически будут возникать вопросы, как я шучу, от друга Владимира Владимировича Познера, да. Марселя Пруста. Мы решили тоже к нему прибегнуть. Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего снисхождения? Какие ошибки можно простить? Ну, я считаю, что простить можно все, кроме предательства. Это, наверное, самая большая ошибка в жизни человека, которая после которой нельзя уже быть тем же человеком. Ты теряешь лицо, если предатель. Если предает человек, который близок к тебе, он теряет лицо. И чтобы преодолеть вот это состояние, потребуются годы. И не факт, что человек готов эти годы отдать на борьбу вот такую. Но все в жизни бывает. По-хорошему простить можно все, кроме вот таких вот жестких предательских действий друг к другу. Я подчеркну, и к своей стране, кстати. Согласен. Наиболее импонирующий вам исторический персонаж? Я к истории отношусь очень трепетно в том плане, что каждый исторический период, странные семьи, времени, в котором мы живем, он несет некую особенность.
Но жизнь говорит о том, что все-таки все исторические факты, как таковые, они повторяются, но на другом уровне. Я, может быть, немножко там к диалектике, философии материальной тяготею по жизни. И я поддерживаю это направление в части того, что да, действительно, все меняется в жизни, но не сильно критично. Даже войны повторяются, к сожалению, с завидным постоянством. И в этой связи, конечно, роль личности в истории – это вообще, я считаю, ну, это основное. Личность в истории – это, ну, просто критичный для любого человека и для любого времени персонаж. И поэтому вопрос, конечно, хороший. Если брать какие-то времена, я, наверное, взял бы времена, которые я сам осязаю, да, вот, собственно, что где-то помню, где-то знаю, где-то рассказывали родители, там, прародители. Я бы ответил так, что для меня с точки зрения государственности, наверное, все-таки люди уровня Петра Первого, они все-таки вот близки. Когда люди настолько трепетно относится к развитию своего дела, своей страны. Для меня это очень интересно, и я всегда это поддерживал везде. Но если о нем говорить, говорить об Александре Невском, да, вот говорить о Жукове, который отстаивал страну, значит, и тех маршалах и героях, которые воевали непосредственно на полях сражений. Я, это говоря о государственниках, но я сейчас сказал бы о людях культуры, которые вложили и вкладывают душу, жизнь свою, окружающих, семей своих, для того, чтобы развивать как-то себя, общество. Я не думаю, что у них в головах именно, вот я сейчас пойду, поразвиваю общество в течение 2 часов, напишу картину. Этого нет. Человек – это потребность души. Поэтому вот людей культуры, художников наших, писателей известных, я оцениваю вот позитивно, ну, у кого я могу. Конечно, могу много рассказать, поскольку я немножко этой среды касаюсь по своим корням художественным. Я о ней не буду подробно говорить, но хочу сказать, что в свое время был еще вот до советского времени, был Мамонтовский, Абрамцевский кружок, где входили все ведущие художники того времени. И они, их объединил некий господин Мамонтов, который был предпринимателем, Савва Мамонтов, который известен был, ну, скажем, на всю Европу. Он, именно он, внес неоценимый вклад в развитие культуры нашей страны. Он поставил русское искусство, он его на ноги поставил практически, он его организовал, систематизировал. И таким образом наше искусство начало двигаться в Европу. То есть наше искусство приобрело лицо. Это очень было важно. Ну и третье, я хочу сказать, что нельзя говорить о том, что религиозные деятели, они стоят в стороне. Нет. Все веры, которые у нас, все вероисповедания, которые существуют, конечно, если это не какие-то критичные направления, а те, которые мы знаем с вами все, вот эти люди, которые возглавляют, конечно, они огромную работу проводят с душами людей, с нами со всеми, и, наверное, их тоже надо причистить как раз к плеяде тех людей, которые на нас исторически влияли, влияют и будут влиять в дальнейшем. 98-й год, когда вы оказались уже здесь, в университете, тогда академии, как все было? Вот сама атмосфера, сам дух, как менялся университет? Появлялись новые люди. Каким вы его встретили? Каким он вам показался? Вот у меня первый этап был учеба, второй этап – государственная служба, и третий этап – 98-й год, если мы его вспомним, это как раз были годы переходного периода, когда Россия стала жить уже не по советским законам, а по новому экономическому направлению и политическому. И в это время как раз передо мной встал выбор, а что же делать дальше? И чувствовалось все, воздух был как наэлектризован в то время.
и с политической точки зрения, и с экономической, а значит и с точки зрения каждого человека, который жил в это время. И я, конечно, долго не раздумывал, потому что я к 98-му году уже закончил финансовую академию в то время. Я начал готовиться за несколько лет к уходу с государственной службы. И поэтому в течение вот потом полутора лет закончил финансовую академию и уже имел образование. Закончил, было банковское дело. Меня пригласили поработать еще в госорганах некоторых. И я там поработал. А потом у меня просто, когда уже вопрос возник, а что же делать дальше? Надо же, нельзя там двигаться там, по политическому направлению. Оно меня не сильно привлекало, политика как таковая. Меня всегда всю жизнь привлекала экономика. Экономика была настолько понятной для меня, она дает понимать людям, от чего что берется вообще в жизни. И самое главное, собственно, ты как человек, который живет в той или иной экономической системе, можешь влиять на нее. А главное, что ты можешь влиять на себя, на свою семью. В то время у меня уже была семья, двое детей, и они уже были на выходе. Ну, через какое-то время должны были уже определять свою жизнь. И у меня вот непростое время возникло. Мне надо определять свою, детям впереди свою, надо семью обеспечивать и как-то ее стабилизировать, хотя больших проблем не было. И, конечно, я изучал уже в последние годы, еще находясь на госслужбе, и уже изучал, как экономика работает у нас в стране, какие проблемы, что надо и что делается. Очень интересно, я по ночам сидел, изучал законы современной экономики России, и управленческие законодательства, и экономическое законодательство. И я вошел в новую жизнь уже спокойно, то есть с полным осознанием того, что я хочу. Конечно, было сложно с точки зрения времени, но я хочу сказать, что я в течение вот этих своих двух периодов приобрел такие компетенции, как сейчас говорят, что мне было все понятно. Если у меня за спиной хорошее там историческое, педагогическое, психологическое образование, если вопрос взаимодействия между людьми для меня был решен на том этапе, управление большими коллективами – это пройденный этап. Потом я еще вот был некоторый разрыв между вузом и госдеятельностью, я с одной ушел в другое направление. Стала понятна система государственного управления, какие проблемы. Тем более это была Государственная Дума, и там все крутилось и варилось. Это была вообще первая Государственная Дума того времени. И вот только оно и начиналось, вся эта законотворческая деятельность. Я вам хочу сказать, было так интересно, что не было вообще никаких мыслей о том, что вот как трудно. Как жить дальше? Вот этого вообще не было. Я думаю, что это не просто так, потому что я вот сейчас оцениваю то, что происходило и почему так происходило. Я все детство и вот все первый период, 20 лет, а может быть и второй даже, я очень много читал. Я прочитал все, что только есть, все собрания, сочинения всех известных, кого мы вот знаем из авторов там, начиная там от Вальтер Скотта, Фенемора Кубера, Анаре де Бальзак и прочих. Это опыт других. Конечно. Мы за единицу времени прочитаем столько опыта, сколько мы не проживем жизни с этими людьми. Мы их не найдем просто. Мы не сможем быть в тех ситуациях. То есть книги – это бесценная вещь. Я бы сказал, это вот один из сопутствующих элементов жизни человека. Тем более судьбы. Это да, это неоценимая вещь вообще. Я бы хотел о поколениях студентов поговорить, начиная с 90-х годов, когда отношение к образованию тогда было, мягко говоря, скептическое. Страна была растеряна. Надо ли вообще учиться, что делать? Вы фактически весь вот этот период роста новейшей истории были здесь, в университете. Помните те периоды вот тех студентов в дополнительном образовании? Как постепенно менялись люди? Потому что сейчас учиться – это едва ли не главное в начале жизни. И сейчас это вернулось на такой уровень престижа. Я могу сказать по своему примеру, как я отношусь к учебе.
Ну, не знаю, надо ли говорить, но, наверное, скажу. Коль вы сегодня Познер, а я Кузнецов, поэтому я вам не могу не сказать, да, что у меня за спиной четыре академии, два института и еще два учебных заведения, в которых я получил высшее образование и переподготовку. То есть не повышение квалификации, да, там по 2-3 часа, а годами. То есть не меньше года, двух в каждом заведении я параллельно с работой, где бы я ни был, я учился. Я также приобрел образование здесь, в финансовой академии, в то время она называлась, тоже параллельно со своей деятельностью, с рабочей и с полным осознанием. Я могу сейчас сказать, что я очень любил учиться. Мне было очень интересно понимать, что происходит, где я живу, что я делаю и что я могу делать в дальнейшем, понимаете? И поэтому вопрос учебы в течение всей жизни для меня был решен давно. Это сейчас мы говорим, что вот в советское время было обучение, в один вуз поступил, закончил и всю жизнь работаешь. И больше нигде не учишься. Ну, иногда повышение квалификации. В советское время так и было. Такая была политическая система. Она позволяла это делать. Поэтому сейчас она тоже позволяет учиться. Но сейчас экономика настолько опережает порой события политические даже, что вынуждены люди учиться постоянно и теперь уже в течение всей жизни. Если говорить о нынешних студентах, о том, что и как. Я же в университете, когда пришел, и вот мы с вами остановились на этом, вышел в новый этап, это университет, тогда академия. Значит, я когда пришел, мы говорили о дополнительном профессиональном образовании, то есть образование для взрослых практически. Но мы постепенно начали смещать акценты. И мы заговорили о том, что надо, чтобы студенты, учащиеся в ВУЗе, уже начали приобретать дополнительные профессиональные качества и навыки. И знания. И поэтому мы попытались и начали процесс, чтобы студенты разных факультетов начали поступать у нас на специальные программы, которые мы создали, чтобы они поступали и на выходе уже имели, кто-то даже переподготовку имел уже, потому что там была такая возможность, есть по закону такая возможность. Но тот, кто хотел, он может это делать. Поэтому задача и сейчас наших сотрудников, деканов, которые должны проводить такую работу, институты и школы дополнительного образования, чтобы продвигать, чтобы люди понимали, что особенно сейчас критично знание человека. Ты пришел, если ты не опережаешь события немножко в той структуре, в которой ты есть, значит, ты должен быстрее обучиться. А быстрее обучиться, значит, у тебя мозг должен работать и очень быстро уметь концентрироваться на той или иной задаче. А это дают только знания и определенный набор компетенций, которые ты уже получаешь. Поэтому учиться надо всегда. Я вот двумя руками за. Дар, которым бы вам хотелось обладать? Может быть, из области нереального, фантастического? Я хочу сказать, что у меня есть все практически для того, чтобы я себя чувствовал человеком. И специалистом, и профессионалом. Ну, то есть перемещаться во времени вам бы не хотелось? Мне хочется перемещаться во времени не так, как я перемещаюсь, а я люблю путешествовать, ежегодно путешествовать. Я имею в виду в эпоху Петра Первого рвануть и посмотреть, как там все начиналось. Не уверен, что меня туда тянет. В те времена там же могут вдруг и лук со стрелами возникнуть. Это где-то тоже минус, да. Да, машина. В мертвой зоне, что называется. Значит, я хочу сказать, что перемещение во времени, может быть, вот сейчас мы с вами сидим здесь, а через час мы уже в другом месте, на другом континенте. Продолжаем просто вот познавать, двигаться. Это по-моему, музеи, это мечта всех жителей Москвы, да, это через минуту вопрос, оказаться. Да, да. Перемещение, вопрос, он очень интересен. И именно в то время, в котором мы живем, даже не в будущее, параллельно того, что есть сейчас, какие есть
Хочется страны больше жизни. Успеть, больше хочется, увидеть, хочется узнать. Увидеть, познать, понимать больше. Потому что я, например, не перестаю удивляться. И слава Богу. Это очень ценное качество. Я всегда говорю, что если человек перестает удивляться, его мир становится черно-белым. Это правильно. А если тема путешествий, ну, допустим, одно какое-то место, которое удивило настолько, чтобы, так сказать, это удивительное место, есть ли такое что-то? Я сказал бы так, может быть, по каким-то климатическим зонам больше. Принципиально море, наверное, потому что я там родился, на одном море, потом работал на другом, учился на третьем, на океане. То есть моя жизнь всегда была связана с морями. И поэтому моря, море – это принципиально. Обязательно раз в год надо быть на море, и надо стремиться к этому. Значит, ну, если море – юг, конечно. Значит, любой юг. И последние годы, я думаю, лет 10 – это горы. Я иногда вот с семьей выезжаю, ну, дети всегда с чем-то. А мы с супругой иногда выезжаем вообще без ничего. И лишь походить в горах, посмотреть на эти вершины с высоты 2-3 тысяч метров. Это дает мощный заряд вообще ко всему. Вот хорошо сейчас Сочи появились. Они, конечно, еще не совсем на ногах стойко стоят, потому что есть что делать. Но я хочу сказать, что Сочи сейчас уже... Вот благодаря Олимпиаде, которая была, развили вот все эти направления, очень интересные и очень там комфортно. Хотя немножко есть такая скученность, чувствуется. Но я думаю, впереди Россия сможет это поднять. Новый чемпионат и рост. Я думаю, что поднимут и дальше, да. Главное сейчас поспокойнее, чтобы стало во внешней среде. И тогда и у нас здесь внутри тоже. Станет. Как вам кажется, если к мировым процессам три самых главных вопроса, которые вот сейчас, на сегодняшний день, ну не только в нашей стране, в мире, которые вот просто нужно взять и решить? В мире? В мире. Да. Скажу. Первое. Надо сократить возможность и предотвратить возможность ядерной войны. Это первое и главное. Потому что если это произойдет, мы понимаем, что нам уже ничего никому не надо будет. Это первая и главная угроза. Вторая угроза, я думаю, это все-таки нам надо как стране четко адаптироваться к той мировой ситуации, которая существует, отстоять свое право на такое счастливое существование. И укрепиться этим. И третье, я думаю, что большая глобальная проблема – это борьба с бедностью. Бедность – это самое позорное, что только может быть для любого направления, для любой власти. И, к сожалению, в любой стране, даже в самых развитых странах, эта бедность в большом количестве представлена. Вот. Показатель лица государства – это отсутствие бедности, ее градус. Можно еще много угроз говорить, но если вот говорить о таких глобальных вещах, которые влиять будут и повлияют на нашу жизнь, то именно эти. Я могу много про образование говорить, что в этом плане есть, но... Если про образование, давайте поговорим. Очень интересный момент, потому что ну, сейчас спектр... представленных высших образований, он бесконечен. Другая проблема – качество, но здесь опять же вопрос денег. И первичен для многих семей будет вопрос денег. Это мы можем себе позволить, не можем. Как вы думаете, как вот действительно там, молодому человеку из совсем небогатой семьи, но, может быть, наделенному какими-то способностями, как ему на самом деле реализоваться? Как двинуться? Вот практические прям какие-то советы. Ну, первый совет и главный. Это учеба. Значит, если ты хочешь чего-то достичь, только учеба.
И учеба непрерывная, постоянная, совершенствующая. Даже кажется тебе, ну зачем же мне вот эта статистика, иногда я слышу, ну зачем мне это надо, когда я экономист великий, банкир в дальнейшем и так далее. Каждый из нас должен понимать, вот эти предметы, если они даны, их надо изучить, это твой кругозор, это твой капитал, это то, чего у тебя уже никто не отнимет никогда. Но внести в тебя его сможешь только ты сам. Ты должен захотеть. Ты должен захотеть учиться и изучить как можно больше все, что будет касаться твоего направления. В любом случае, вот мы экономистов готовим, да, разного направления. Даже юристы у нас с экономическим уклоном выпускаются и так далее. Все будет с экономическим уклоном. Все равно ты экономист будешь. И тем более, если ты получаешь два направления компетенции, тот же юрист и экономист, да, то ты, по идее, если ты возьмешь все, что тебе дают, то ты уже, извините, я многих знаю, кто экономические вузы закончил, в том числе и нашу академию или университет, а потом уходит на юридические учиться. Ну, может быть, и не здесь, может быть, переподготовку где-то получают, но они чувствуют, не хватает. Язык надо знать, язык изучить тоже. В наше время без языка молодой человек никак. IT-технологии надо изучить, надо понять, на каких программных продуктах работает то место, куда ты хочешь идти. А сейчас, извините, сейчас на всех западных программных продуктах все работают, понимаете? И поэтому даже учась в университете можно всего не охватить, но ты должен чувствовать, что если я вот туда иду, то надо знать вот то-то. И я хочу сказать, что у нас в университете вот сейчас работает неплохо управление по развитию карьеры, через которое очень много людей поступило на работу в разные места. Очень хорошо. И я бы вот, и были уже такие предложения, чтобы развивать это направление. Это огромная помощь ребятам. Вот то, о чем вы говорите, это прямой путь туда, управление по развитию карьеры. Благодаря их связям, благодаря дням карьеры, которые они делают в университете, идет знакомство с теми местами работы, которые пришли за ними. За вами пришли, ребята, давайте. Начинайте, сделай первый шаг, сразу миллионером не станешь. Но ты сделай первый шаг, осмотрись. Это еще одно. Второе, если человек такой, о котором вы говорите, надо понять, что не все сразу будет. Некоторые живут в Москве в общежитиях, но они грамотно поступают, некоторые становятся, идут в аспирантуру. В аспирантура предлагает им жилье. Он параллельно поступает на работу. То есть это комплекс, это система своего участия в жизни, подготовки к дальнейшим испытаниям, к дальнейшему успеху. Поэтому вот надо просто складывать все, чтобы у тебя было. Тебе бы, чтобы было где жить, где работать, где учиться. Вот твои направления. Семья появляется. То есть ничего особенного. Просто надо в голове системно мыслить. Мы в университете даем возможность такую. И стараемся обучить студентов системности мышления. Это огромное дело. Он может планировать бюджет семьи и всего остального. Он финансово грамотный человек в наше время. Вот задача. Как вам кажется, вот когда 100 лет назад начинался наш вуз, в те времена, тоже непростые времена, очередной перелом истории, какие были студенты? Думали ли они когда-нибудь, что спустя целый век университет станет таким? Вообще, как думаете, мечтали ли они о том, что страна станет такой вот тогда, 100 лет назад? Я вам хочу сказать, что в то время там сливалось два учебных заведения, которые советская власть наступила, которые слились, два заведения, и они, собственно, превратились в один институт, который с 1919 года начал действовать. Вот правильно вы говорите, что сейчас мы идем полным ходом к столетию. Так получилось, что мы сейчас очень плотно занимаемся, я непосредственно, подготовкой вуза к этому направлению. Вопрос непростой. Это большие средства надо включать. Это огромное количество мероприятий, людей, структур, гостей. Проведение в Кремле основного мероприятия, это приглашение правительства, наших выпускников, красавцев, я бы так назвал, потому что вот то, о чем вы говорите,
Именно, конечно, 100 лет назад все начиналось. Но смотрите, каких людей выпускали в то время. Кто такой финансист в 1919 году? Вы представьте себе. Этих людей было вообще мало, кто занимался экономикой. А экономикой страны, государства, отраслей, это как раз вот наш институт, наш университет начинал этих людей воспитывать и учить. Именно на них потом стала экономика на ноги практически. Наши выпускники – это люди, которые занимаются всеми отраслями, госуправлением. У нас и премьер-министр был, и министр были, и есть, и будут. И губернаторы, и банкиры, и владельцы бизнесов. То есть это такая плеяда экономически развитых людей, которым интересно это все, что мы должны все ценить то, чем мы занимаемся. И мы действительно счастливые люди, то, что мы именно будем отмечать столетие вуза такого значимого в стране, наверное, самого профессионального в этом направлении. 100 лет финансами. А знали ли люди, что они будут такими? Я думаю, что все от возраста. Молодежь не знает, какими они будут. Но та настойчивость, та степень настойчивости, с которой он осваивает программы, учится, смотрит, как в жизни все устроено, это она потом определит его успехи и неуспехи. Поэтому я всегда говорю ребятам: ребята, учитесь, скрипя зубами, что угодно, но надо заканчивать вузы, надо двигаться и двигаться. Работодатель это всегда увидит. Если ты честно стараешься и сознанием дела выполнить свои обязанности, свою работу, это видно. Об этом говорить не надо. Это все видно, и все будет логично. И ваше движение дальнейшее вперед. Олег Васильевич, пожелания нашим современным студентам? Ну, я так скажу, ребята. Верьте в себя. Это главное. Без этого никаких успехов. Вера в себя критична для всех, для вас, для ваших семей, родных, близких и дальнейших успехов вашей деятельности. У нас в гостях был проректор по проектам финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Васильевич Кузнецов.